Так, вот пришла посылочка с Китая. Значит, сейчас мы ее распакуем. Вот она у нас хорошо запечатанная. Везде она у нас запечатанная. Так, ну здесь мы пришли два микрофона. Мы их откроем. Проводные, также и беспроводные. Сейчас проверим, как они работают. А сейчас проверяем беспроводной. И будем проверять с проводом. Ну, батарейки здесь обыкновенные пальчиковые. Значит, вот откручиваем. Вставляем батарейку. Собираем назад. Все удобно. Все, в принципе, он один готов. Берем второй. Соответственно, его подключаем без батарейки. Батарейку тут не надо. Потому что у нас идет провод. Все. Здесь замочек такой, на кнопочку нажимается и вытаскивается. Сам он не вылетит, потому что все плотно. Все на замке. Само устройство, которое передает этот маленький прибор, туда тоже вставляем такую же батарейку пальчиковую. Все удобно, все подходит идеально. Все, прибор у нас заработал. Включаем он. Включено. Вставляем. И вставляем микрофон проводной. Значит, давайте разберемся с проводом. Провод у нас длина 2,5 метра. Ну, короче говоря, длина большая. Раз, как слышно? Как слышно? Отлично. Звук хороший. Ничего не шумит, не репит. Все просто отлично. Так. Выключаем.
Теперь включаем беспроводной. Как слышно? Звук хороший? Раз, 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 два, три. Раз, два, три. Все прекрасно. Так что мы видим, все работает отлично. Стоит это все дело, в принципе, копейки. Я покажу вам сам микшер, с которым я работаю. Обычно поют через караоке, через какой-то DVD. Ссылка будет в описании на сами микрофоны и на сам микшер. Так что давайте я вам покажу, как он выглядит. Так вот он выглядит сзади. Вот такой вот он маленький. Так вот он выглядит спереди. Ну все, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных роликов. До свидания, всем пока. Yeah, no, girl.